Видишь? Не холодно здесь? Нет! Нет. Сейчас. Я могу опустить. Вот к нам в видеореакцию врываются прям люди, чтобы тоже сказать, как все классно. Я бы еще спустился. Да, да, конечно. Осень. В подворотне. Рада вас видеть. Недавно произошел камбэк группы TXT, замечательной группы. Вот сегодня мы будем снимать видеореакцию больше не на сам клип, а на танец. Все, приступим. Да, потому что ручки мерзнут. Вот подожди. А? А вот фит напоминает Дина и Тахёна. Ну, вообще, да, одежда, что ли. Но классные тут правые фиты у всех. О! Пампы. Да, любимые наши. По-любому ребята подсказали им. О, это как Каук. А, нет, а вот это как Чимин был. Походу, нас тут жить. Это ДНК. Да все, хватит их сравнивать. Всё, простите, простите. Вы сами молодцы. Воу-воу-воу-воу. А сколько они тренили? Были в тренях? Очень умных песен. Все слишком хорошо. Слишком все классно. Вот я поэтому и спрашиваю, насколько интересно было? Я очень рад, такая уже поделюсь. У них очень необычные расстановки и взаимодействие здесь. Вот особенно сейчас. Да. Я бы сказала, несмотря на то, что у них юный возраст, они очень даже... Хорошо, ну, хорошо начали прям. Да. Ну, просто им нельзя посрамить братюн. Да. Лицо фирмы. Ну, ромпу, да. Угу. Очень чётенько тут всё. Давай. Почему? Да просто я представляю, как там дыхалка сбивает. Ну, очень они прям, да, они прям вообще нет места для продыха. Покачалось. Угу. Вот можете чуть-чуть отдохнуть. Потом вот. Причем не в стиле, знаешь, я такой постою, а они все равно все что-то делают. Прыжки не считала? Счет прыжков. Ай, такой остался. Эй, пошли, пока, пошли, пока, пошли с нами, пока, ребят. Да, мне очень понравилось, очень много движа, очень много, блин, я не знаю, как это сказать. Прям чувствую школу. Да. Что ребят там тренировали и даже... Больше, наверное. Вот я не знаю, вот как-то вот первые танцпрактики TXT как-то не, видимо, не смотрелось, как-то не вошло во вкус еще, но вот недавно пересматривала буквально там Cat & Dog, которая у них была.
Мне, на самом деле, понравилось. Как-то вот видно, что на хореографии проработали, деталей много. И здесь много пампов, много на фоу. При этом есть скачки. Я же, понятно, делала бы авторскую фотографию, потому что такой микс различных вариаций, стилей. Но мне очень понравилось, как они работают в команде, какие там рисунки получаются. Что-то необычное. В общем, на самом деле, такое ощущение свежести есть, вот, когда просматриваю танец. Согласна. Вот, я сам по себе такой трек волнующий, мне что понравилось, и поэтому эти все модуляции, они очень круто обработаны и сделаны в вариативных танцах. Пацаны, вы там, наверное, вы там молодцы, короче. Да, просто я представляю, как они там с дыхалкой, это просто там у них реально просто места для продыха не было. Даже вот когда было вот это соло более-менее спокойно, нифига там не было спокойно, там все равно все продолжали двигаться, и мне кажется... Это было тяжело, но они молодцы, они справились, молодцы. Мне всё понравилось, это такая вариативная наша видеореакция. Мне кажется, впервые в жизни сегодня на улице. Средняя октябрьская видеореакция. И да, хотел сказать, кстати, фильм «Джокера». О-о-о, давайте следующую, сейчас мы просто расскажем вам. Да. Оставайтесь с нами. И ждём следующий классный камбэк, хотя очень были классные камбэки, очень люблю.